Привет! Приехал вчера с шутинга. Вот такая вот фигня повсюду на теле. Что это может быть? Что это может быть, мы даже не знаем. Мама говорит, что это food reaction. Или кто сказал? Who сказал? Who said it's food reaction? Did you try makeup? No, I'm not trying makeup. Nick. Mama, what you think? What is this? Food reaction. Food reaction. But I'm not feeling anything. Maybe itching I'm feeling only. Что, это пройдет, я думаю. Но у меня первый раз такое. Мама говорит, что я съел что-то необычное. На свадьбе было много еды всякой разной. И действительно, мы там ели все подряд. Но вот как такое могло получиться, я даже не знаю. Это же шок. Я в шоке. О. Что могу еще добавить? Если с вами такое случится, знайте, вы не одни. Но у нас сегодня утро, мы только проснулись. Планов пока нет никаких на сегодня. Вон Андрианчику мама массаж делает. Да? Эндрю? Эндрю. Ребята еще спят. Вон Бабика. Бабика, как обычно, кушать делает. You like usually make something in kitchen. А, уже все готово. Да. Let's drink tea. Я вам уже говорил про посуду в Индии. Все используют металлическую посуду. Обратите внимание. Но в современных квартирах вы можете, конечно, найти вот такие кружечки керамические. No life. No what? No, it's okay. He feel enjoy. Да, Андрю? Андрю. Какое-то масло у нас специальное есть. Мама ear. Who... Джану, who recommended this oil? Мама занята. Зубы чистит. Акаш, who recommended this oil? Why you want this in commercial? It's because it's block about our simple life. It's not simple. Just took his rate. Huh? Just see his rate and said it's simple. Have time for it. Вот Джанхевич показала игрушки Андриана. Мама взяла коробочку такую, и я сразу же задумался о переезде, потому что место действительно маленькое, и хотелось бы сделать Андриану отдельную комнату. Не знаю, на какой срок, но хотя бы на сейчас, потому что это очень маленькое место для нас всех. Это Винни. Hi, Винни. Your mom name Антима. Понятно. You speak Marathi or English? English. Marathi also? Marathi. Okay. It's
сожалению, из-за этих вентиляторов ничего не слышно. Они в каждой квартире, в каждой комнате расположены в Индии. Ой, во Вьетнаме, по-моему, такие же, я уже не помню. Вот Андрианчик наш спит. О. Do you like Andrian? Yes. It's your friend? Friend or family member? Family. Why? How you can call Andrian? Hey. Who's there? Huh? Who's there? I don't understand. Yeah. Why we come here? What's happened here? Huh? We came here to eat pani. А вон там какой-то вообще этот. Что мы тут делаем? Да, excuse me, guys. Can I stand? О, отсюда по реальный вид. Намасте, дост. Намасте, намасте. Кэ сэй хоу? Кэ сэй хоу, батам. Больно? Намасте. Сун Мирабад, Сун, Сун Мирабад, Сун Мирабад. Ребят, на ваших глазах люди кушают пани-пури. Это такие шарики, в которые они добавляют вот эти все ингредиенты, которые вы видите. Это какой-то дал у него, там у него другие штуки. Иди. Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас вечер уже нового дня. И кого? Я не фото. Опять они просят сфотаться. В общем, я приехал сегодня к сестре Джанхави. Мы сейчас пойдем смотреть апартаменты. Не знаю, на каком этаже, но вот такое вот здание мы сейчас здесь находимся. Это нижний этаж. Вроде все выглядит поцивильнее, чем в том месте, где сейчас мы живем. Вот, кстати, охранник. Он ко мне подошел. Он ко мне сразу подошел. Такой спросил, типа, куда ты направляешься? Что ты делаешь? Сейчас покажу окрестности. Темно, правда, мало что видно. Но это находится в 5 минутах ходьбы от Джанхави мамы. К апартаментов. Вот. Hello. Такой вот дворик. Hello. Но мне пора уже идти. Тут еще, говорят, есть джим на минус первом этаже. Сейчас пойдем посмотрим все это. Какую нам квартиру. Квартира 7000 вроде стоит в месяц. Но самое что интересное, нужно внести депозит. Депозитом от 30 тысяч. Откуда вот такие деньги, я не знаю. Но такие правила. Может быть, получится договориться без депозита. Вон дети, да, дети прям со мной едут, охранник. Видите, все как в Индии, все как положено. А тут всего 7 этажей. It's only 7 floors here. Мне кажется, он не англоговорящий. Обратите внимание, какой лифт. То есть дверь, она вот такого формата. Так, а куда идти дальше, я не помню. Maybe there. Я не уверен, я тут был. I was been one year before. Вон Джанхави уже слышу, как орет. Че? Как у тебя так лена? Мне то сорная лун, ты сай пирету так я. He not me give me jira soda last year. Да? It not was he? No, I think it's the change. Да. Вот у нас Сапна. Хай. Вот такие у них штучки интересные висят на входе. Хай. Кстати, вот эта квартира поцивильнее.
It's my... What? You also here? Здравствуйте. Hi. 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 Oh, babies? Да-да-да, Андреанчика даже не заметили. Hi. И этот... He busy man. Mama. Nick, sit 2 minutes, I'm coming. Не, обратите внимание, что тут намного комфортнее. Тут и ремонт у ребят сделан, и кухня побольше, и пространство. Надеюсь, у нас будут такие же апартаменты. Starbucks. Аска гей? Аска гей? It's very big gym. Big gym. Ground floor. I've never been there. Давай, we will after this we will go down. I'm just hear music. It's, you know, Barbie apartment. What about our floor? Which floor? Fifth. From 7. Да. Кстати, по номерам квартир можно понять, какой это этаж. Если они начинаются с 5, значит это 5 этаж. Вот она, наша великая квартирка. Ну что, готово? You already been there? Нет, это first time. First time, окей. Why sap not have key? Кьюн сап на have key? Я мой, как чаби то... Диди, дусри хе чаби сме? В общем, ключ они нашли от 5 этажа и позвали на 7. На 7 еще одни апартаменты. Хотел обратить ваше внимание на эту дверь. Она просто фантастическая. Если так выглядит обычная дверь, то это необычная. Также, если видели, на этом этаже открытая дверь у соседей. Можно зайти, посмотреть, как они живут. Hi. Hi. И никто никого не боится. I'm going for 7th floor, yeah. Oh. Тут тоже необычная дверь. Во, вот это вообще шикардос. Просто лакшери стайл. А вот они, наши друзья. Конечно, само здание, оно еще не достроено. По этой стороне должен быть лифт, но его нету. И если вы обратите внимание, здесь на дверях такие замки. То есть, когда местные жители уходят домой, они просто закрывают щеколду и закрывают этот висящий замок. И никто не боится, что его сломают. Или произойдет какое-то недоразумение. Это, кстати, муж сестры Джанхави Сапны. His name Шелендер. А вот он наш... Вот она наша квартирка, только пока без света почему-то. Но окно мне уже нравится. И такой мини-балкончик еще здесь. Maybe no one live here too much years. It's fresh, like no one done. It's cool, not good. But with light it will be better. Да, see? Light. К сожалению, света здесь нету, но... Но если вам... Но если вам хоть что-нибудь видно... Yeah, it's much cool and too much free space for sun. Да.
Отсюда видно небольшое количество города и деревья, и большие здания не заслоняют. Что может быть лучше? Вот, можно увидеть соседний этаж. Там еще один балкон. Посмотрим, что с этой стороны. Да. А, это просто однушка. It's just one room here. And nothing there. Просто... Yeah, because we are only two people, right? А, не, вот еще какая-то часть. А, тогда все понятно. Okay. Здесь кухня и вот эта комната. Но maybe if it's for Andrian, we can found place. Это все наше личное пространство. Yeah, but where is place for Andrianta? Nee. It's okay. А что с туалетом, кстати? Вот он наш любимый туалет. Best toilet we have. Ну ладно, что, пойдет, я думаю, жить можно. 3 месяца. Джанхэви говорит, что их квартира строится, и у них не хватает денег на то, чтобы доплатить за эту квартиру. Вот когда они доплатят, эта квартира сдастся в их руки, ну, в их собственность, и они смогут заехать. Но когда это произойдет, я не знаю. Вся фишка в том, что в этом же доме живет сестра Джанхэви Сапна. А вот тут вышел хай. И поэтому она не хочет, чтобы мы далеко уезжали. We're looking apartments for us with my wife. And we have kids. Yeah, but it's very small apartment. Да, Джанви. Кя? Yeah, maybe I've been here. Okay. 1 year before. Oh. Let's go. You talk at home. Ah. Hey, बंद कर दो. На самом деле эти апартаменты это как бы просто чтобы было какое-то личное пространство. Все равно мы будем большую часть времени находиться. Кто где? Я на работе, на съемках. И Джанхэви с Андрианом, скорее всего, они будут либо у мамы, либо у сестры. Потому что очень сложно заботиться о ребенке в 2 руки. Поэтому вот так вот. Ну, в принципе, что могу сказать? Будет много работы у нас. Можно будет провести свет. Да, там... Проводка была висячая, света нету. Однокомнатная квартирка, очень маленькая. Не знаю, придумаем что-нибудь. Сейчас спросим у Джанхэви, сколько она стоит. Джанхэви? Да. А что, some other вариант? Нет. Only this? Что? Price? А, we will discuss. Discuss. 5,000 for this, 7th floor. Okay. And third floor, this is 9,000. But you say it's 2-bedroom. Да, это 2-bedroom. Let's go check. Check? Or no? It's too much big for us. Что лучше? What is better, 5,000 or 9,000? It depends you. But we don't have space there too much. And this place don't have light? No. Without light, you want to see this also? Yeah, why not? Okay, Jiju, किसके पास मिलेगा इसका चांदी? उसी का. 95, 94, 26, 99. How I can go? Oh, banana. But I can't go alone. You go. Alone, no. Yeah, I am coming. Alone, I don't want go. Отправляют меня в джим, пока за ключами пойдут. Мне кажется, он уже закрылся. It's already closed. Вот так все это выглядит. Разуваемся на полу. Сапна, you been here? I'm not coming. You never been? This is not good. It's okay.
Стесняется, говорит, в домашней одежде сейчас пойдет. Намасте. Намасте, sir. I want to check. Yes. Hi, sir. Thank you. Тике. О, да нифига тут зал, кстати, не этот. Не ожидал. Hi, sir. Миранам Никхей. Миранам правитель. Окей. А? Окей. Five minutes. You have too much space here. Leg zone. Да, да, it's cool. What about workout zone? Yes. Еще вот эта зеленая дорожка. Hey, guys. Вот это джим, я понимаю. Вот этот зал мне очень нравится. Потому что здесь очень много свободного места. Вон даже груша какая-то была. Я сегодня был в зале с ребятами, там, там место было как в нашей комнате, как вот, которую мы сейчас смотрели. А вот и груша, и все тут. Крутяк. Нормально, I like it. It's cool. I'm in this room. Tower? 305. 305, окей. Сейчас еще вон ту комнату посмотрим. Обратите внимание на внутренний вот этот дворик, куда никто не может зайти. Где видно все окна. Вон что-то женщина готовит внизу. Ох. Но зал мне очень понравился. Вы сами видели, какой он огромный. Это у нас апартаменты за 9000. Две комнаты. Опять света нету. Ничего нету. О, офигеть. Здесь можно жить всей семьей. We can live all family here. А, ее балконе? Да. Yeah, it's my room. Totally neighbors. Maybe we can make hall here. It doesn't go there. It's okay? No, let's see. Maybe we can come with your family here. I don't know. Because it's too much for us. Кивер. Ну да, здесь хоть душ есть. Это радует. Ура, переезжаем! Окей? Okay. Да. Now you have me. Let's see. It's no furniture, you know? Of course, it's not about us. But we can buy second hand. Huh? You want to play? Again, what? Video. Видео. Everyday video. Балкони. Всем балкони. Yeah, I know. I'm already understand. Вот балкон Сапны. А вон наш. Ну, если мы снимем ту квартиру. Да, я понял. I'm understand. It's my bedroom. Ну, мне кажется, у них похожие балконы. Вообще, квартиры похожие. Качели у них, обратите внимание, тоже. Всякие ящички. Классно, они обустроились. How long time you live here, Sapna? How many years you live? 15 years. 15? Oh.